Юные боксеры собрались на городском турнире «Первая перчатка». Для многих ребят это первые бои, и они могут стать отправной точкой роста для будущих чемпионов. В соревнованиях принимают участие около 100 спортсменов со всего Копейска. Это в основном выходят ребята, которые начинают заниматься, ну, чуть больше года они занимаются, или около года. Для них очень важно выйти на ринг, на один, испытать себя уже как начинающий спортсмен, как начинающий боксер. А вот уже в декабре мы как бы завершаем годичный цикл подготовки юных спортсменов нашего города, именно боксеров. То есть эти ребятишки уже отбоксировали по первому бою. И они уже должны выходить и показывать уже какое-то мастерство, так скажем. Хотя громко это сказано. То есть показать все то, чему научили их тренеры. И поэтому это соревнование очень важное для них. Выходить на ринг волнительно, но ребята показывали свою выдержку, силу воли и стремление к победе. Болельщики поддерживали своих, давали советы и пристально следили за каждым ударом. При равных боях судьи объявляют ничью. Юные боксеры в основном довольны своими результатами. Например, Данил Прохоров и Максим Асадулин увлечены боксом уже не первый год и хотят дальше развиваться в этом направлении. У меня папа тренер, и мне бокс сам нравится, боксировать. Из-за этого я папу попросил, он сказал, можно. Теперь я тренируюсь. Понравилось, как я отбоксировал. Какие-то трудности были? Ну, чуть-чуть. Мало ударов бью. Мне и тренер говорил давно, что я мало ударов бью. Больше ударов надо бить. Я хочу много выступать на соревнованиях и учиться чему-нибудь новому в боксе. Занимаюсь я 4-й год. Мне 10. Почему именно бокс выбрал? Не знаю, меня папа отдал в бокс, мне понравилось, я дальше решил заниматься. Какие эмоции от сегодняшнего боя? Устал, хорошо боксировал, мне понравилось. Чемпионом стать и потом уже просто жить и все. Соревнования будут проходить 2 дня. По единой классификационной системе присвоения разряда в боксе ребята, которые в течение года провели 2 боя, смогут получить 3-й юношеский разряд. А это первый шаг на пути к вершинам мастерства.